Я замерзла. Чуть-чуть. Мы пришли с Плюшкой с гуляния, да? Плюш, ты чё обиженно сидишь? Мама тебе купила опять деликатес, а ты обиженный. Опять там в Ютубе с ума все сойдут. Собаки, язык. А что делать? Кому сейчас легко-то? Видали? Чайник закипел. О, 2 пакета. Вот так вот ходить надо в магазин. Еще бы там что было путного и вкусного. Сейчас мы с вами посмотрим. Я уже забыла, что сама купила. Вот. Вообще, зачем ездила? Ничего не купила. Так, наверное, всегда и бывает, да? Так, сейчас. Кладите. Тут любимки моей кружки стоят. Дочка еще не приехала. С Владимира. Она уехала на каток. Так. На сумке минутку посмотрите. Сейчас. Ой, один сумка. Ой, второй сумка. И всегда, когда я такие сумки показываю, Натулька тренина пишет: Люба, как ты их дотащила? Натуля, я же пешком-то не хожу. Ну, ты чё? Я ж на машине. Как же мне их не дотащить-то? Я вышла из магазина, в машину поставила. Вышла из магазина, в машину поставила. Потом к дому подъехала, к подъезду. Все занесла домой, поехала машину отгонять в гараж. И все, из гаража я уже иду налегке такая. Дин-дин-дин-дин. Дин-дин. Тут я с утра достала ежевику, чтобы оттаивала. Малину. Все равно вкусно. Пусть кислит, но вкусно. Есть хочу, потому что. Да все-все отставила. Руки помыла. Даже в этой стерильной фиговинке. Я когда уезжала, я это замочила кастрюльку на Новый год, в которой варила картошку, морковку. И кастрюля такая, ну, внутри была белая когда-то. А когда картошку сваришь, морковку... Кастрюля внутри пачкается. Ну, красится. И вот я ее замочила в наше любимое с вами средство. Туда замочила кухонные тряпочки. Девочки, экономия на одних тряпках теперь. Тряпки теперь не выкидываются. Они прекрасно отстирываются, как новые. Даже красивее становятся после этого порошка. Кстати, я на Ярусе выложила фото этого замечательного порошка. Ссылочка есть под видео в описании. Переходите. Да-да-да. И тамошние ваши монетки все будут тратиться исключительно только на Мартюшу, для Мартюши и все такое прочее. Поэтому, кто дарит мне на Ярусе монетки, спасибо вам большое. Кто делает мне донатики на Донат Алерс, тоже спасибо вам большое. Эти денежки идут исключительно для Мартюшки. Вот, если бы не эти ваши денежки, возможно, Мартюша язык бы не кушал. Вот. А так Мартюша может позволить себе, так как его любят подписчики и ему донатят. Вот. Дарят монетки на Ярусе. О, какиная бумага. Ну и полотенце тоже для рук. Как-то мне написали: Люба, поаккуратней с такими туалетными этими бумажными полотенцами в туалете, а то засорится канализация. А я не выкидываю, у меня есть ведерко рядышком, которое мы потом на мусорку выносим. Вот скажите мне, вот зачем мне вот эта маленькая форма была нужна, скажите. Мне она очень понравилась.
И я не левша. Девочки, я почти в каждом видео говорю, что камера зеркалит. Вот эта рука у меня левая, где одета веревочка. Где цепочечка золотая, это правая рука. Вот. Потому что по этому поводу опять увидела в комментариях, девочки там спорят. Форма для выпечки 20,5 умножить на 13,5 сантиметров. Вот. Переводите, как хотите сами. Выдерживает 40 градусов жару, 20 градусов холод. Короче, классное. Ну, такое толстое стекло. Мне понадобится зачем-то, я знаю. Пригодится. У меня такой нету. Красивая. Вот. Носочки. Носочки, носочки. Сейчас я одену носочки. Сейчас мы с вами носочки оденем. Сейчас, подождите, только отрежем как-то. Правильно. Чик. Ё-моё. Чик. Чик. Так, одну вытащили. Их было больше, я помню. Сейчас, девочки, чтобы мои ножки не замерзали. Старею на глазах. Ножки мерзнут. Сколько, блин, штуков-то? Все, нету больше, а то будет мне колоться. Вот еще. То я дочь в том году купила такие, она ходит, дразнит меня в тепленьких, а я нет. Я замерзаю, хожу. Теперь не замерзну. Ой, носочки. Мартюша, носочки у мамы теплые. Ой, какие у мамы носочки. Да? Ты что, уже нюхаешь их сожрать? Нет. Нельзя жрать мои носочки. Ты уже сожрал мои теплые тапки. Хватит. Теплые носочки мои жрать не надо. О! О! Дин-дин-дин-дин. Ну как я вам еще должна их показать? Все чисто. Могу вот так. А вам не видно. Та-ра-рам, та-ра-рам, та-ра-рам. Классные, теплые. Мартюша, мама ку-ку поехала. Мам, настроение хорошее. Сейчас дегустировать будем. Так, какой пакет-то мы с вами открывали? Походите, я тазик принесу, он мне будет нужен. Тазик принесла. Он рядом стоит, вам его чуть-чуть видно. Чуть-чуточку. Так, девочки. Гель для душа взяла такой. Гель, уход для душа. Парфюмированный. Пахнуть будет вкусно. В фикс-прайсе. Ой, блин, как пахнет вкусно розами, девчата, или пионами. Это кто? Погодите. Ну, короче, парфюм розы, точно. Я не ошиблась. Обалдеть, так вкусно пахнет. Девочки, это... орхидейный дезодорант для туалета. Ну, можно и не для туалета. Очень вкусно тоже пахнет. Еще вот такой взяла. Тоже написано парфюмный гель-уход для душа. Две штуки взяла таких. Манго. Орхидея нарисована. И далее. Сейчас нюхать будем.
Ой, этот манго пахнет, да. А этот орхидея этим, розой. Ой, блин, так вкусно. Буду вот этим мыться, а дочь скажу, вот этим мойся. Вот. Я вообще люблю запахи мужские. Я не люблю женские запахи, между прочим. Вот. Взяла вот такие печеньки. Слободка сахарная. Тоже в этом фикс-прайсе. Вот так много. Это что-то там 70 с чем-то рублей. Гель я показывала цену в предыдущем видео, девочки. Кто не видел, посмотрите предыдущее видео, пожалуйста. Вот. Еще взяла вот такая фольга. Короче, фольга и фольга. Чего, 200 с чем-то рублей. Вот, у меня заканчивается. А еще взяла фунчоза. По-японски. С традиционным соусом терияки. Попробуем? Никогда не брала, девочки. Способ приготовления. Фунчозу залить кипятком до отметки уровня воды. Сейчас здесь очень мелко, видите, я настраиваю глаза. Упаковку, а я умную прочитала. Подержать 2-3 минуты. Через 2-3 минуты обязательно слить воду, добавить в вермишель, что ли, дополнительные ингредиенты. Хорошо. Короче, перемешать. А это не вижу слова вообще даже. Блюдо готовое, желательно употреблять горячим. Приятного аппетита. Взяла 3 одинаковых. Там были еще с грибами, но я с грибами что-то не захотела. Ой, какой вкусный гель. Так, девочки, пока разбираем второй пакет. Здесь надо все дело залить. Маленько пошумит чайник. Чуть-чуть, капельку. Он уже вскипел, правда? Ну, надо же кипяток. Что, палками это едят, что ли? А, точно, палки нарисованы. Вот такая приправа. Вот такая. О, и сама фунчоза. И что, заливать в этой коробке? Так она... И что, не протекет? Может, мы не будем в этой коробке заливать? Что, у нас тарелок, что ли, нету? Хотя, да, здесь умная коробка, вот так. Да слышу я. Здесь какая-то умная очень коробка. Она куда-то тут вставляется. Так. Знаете, вот в этой умной коробке быстрее обожгешься. Вот что я вам скажу. У нас есть тарелки. Мы дома.
Да? Да. Умные тарелки у нас есть. Вот, и даже закроем тарелкой другой. А это под мусор подойдет очень. Сейчас, девочки. Утопим все. Утопили. Закрываем. Отставляем пока в сторонку. Умные соусы тоже в сторонку. Блин, я чек не взяла. И вам, по-моему, не показывала, да? По-моему, 100. Ой, девочки, или 90. Я не помню, сколько она стоит. Вермишель из зеленых бобов. Фунчоза. А мы как-то с вами салат делали на канале, помните? В том году. Я помню, что мы как-то с вами что-то делали. Так, ладно, давайте второй пакет. Открывать. Ох, ёшкарный. Бабай. Так, это мне со склада взяла надо. Взяли мы с вами муравейник по 170 рублей в доброцене. Это уже пакет из доброцена. Первый был из фикс-прайса. Вот. Такой муравейник в точности в Пятерочке стоит. Не наврать бы, девочки, от 300 рублей. То ли 300 с чем-то, то ли 500 с чем-то. Вот именно в точности прям такой же. Вот. Так что у нас есть с чем чай пить. Колбасу мы взяли с вами вот такую. Браун Делюкс. Полусухая. Но я показывала ее в том видео. Ой, как пахнет вкусно. Пахнет как вкусно. Браун Делюкс. У нас с вами мусорка теперь есть, хорошо. Так, о. Какая на срезе. Интересная. Вкусная, наверное. Так. Запах. Блин, я сейчас себе здесь руки отрежу, вот так порежу. Девочки, напоминает, как раньше была колбаса с солями. Вкусная. Может, это и есть с солями? ООО «Таганский мясокомбинат», Россия, город Москва. Девочки, не обманули меня девчатки на кассе. Сказали, очень вкусно.
А что стоит? Сейчас поищем. Сколько она вышла-то? Колбаса. Килограмм стоит 589,90. А у меня она вышла на 289 рублей. Эта палочка. Девчата, так, блин, ее есть можно. Она вкусная, реально. Дата изготовления 11.12.22, дата упаковки 11.12.22, срок годности до 09.06.23 года. Добраться они, девочки. Ведь ей ни хрена не будет в холодильнике. Вот что я вам хочу сказать. На завтрак. На ужин, на обед. И мужу с собой. Слушайте, я завтра поеду, еще пару палок возьму и положу в холодильник. Вкусная. Надо остановиться. Люба, остановись. У тебя еще фунчоза. Не могу остановиться. Начинайте кидаться тапками. Деликатесы для Мартюши достаю. Сердце говяжье. Килограмм стоит 339 рублей 90 копеек. Здесь 704 грамма на 239 рублей 29 копеек. Что думаете, я тазик-то принесла? Для чего? Для плюшкиного мяса. Сейчас я его разморожу сразу. Ой, вам там прям над ухом-то шуршу. Ну ничего, терпите, это что? Это нормальный пакет. Мне надо это сразу все дело выкинуть. Так. Филе голени индейки. Килограмм стоит 379 рублей. Здесь 466 грамм на 177 рублей 0,3 копейки. Я должна ребенка чем-то кормить. Там еще на пару дней у него есть. На троечку. А если ничего не привезут? Девочки сказали, вообще очень плохо берут у них говядину. Все предпочитают свинятину, курятину. Это язык, девочки. Да.
продавщица в магазине в Доброцене. Я спрашиваю, говорю, а говядину привезут? Нет, что-нибудь говяжье-то она. А что, вы не едите свинину? Я говорю, мы едим, собака нет. Так вы это собаки берете? Я говорю, да. И язык? Я говорю, да. Вот так за голову схватилась и вот так сидела минуты две. Я говорю, вам плохо? Она, собаки, язык. Я говорю, боже мой, вы как мои зрители, хейтеры. Угу. Пришлось привести ее в чувство, сказать, что это я себе взяла. А то бы она работать не смогла. Ты что там, Кнопик? Он уже облизывается. Девочки. Тут, блин, больше бумаги, этой, пакета, чем всего остального. Ну, ёкарный ты по голове. Наконец-то. Все. О! Сейчас замочу водичкой сразу. Не отходя от кассы. Я тут, а. И Мартюша тут, а. Да, Мартюша? Так, я вернулась к вам. Мартюша, уйди. Чё, 3 минуты прошло? Как думаете? Пойдемте сольем воду-то. Если получится. Девочки, я тут воду сливаю. Все горячее же. А? Ай, блин, Клинтон. Вроде получилось. Подождите, там написано, палочками надо есть. Сейчас мы вот это все дело высыплем. Пусть оно пока настаивается. Кунжут. Это я люблю. Соус. Терияки.
Наверное, вкусный тоже. Кстати, по-другому пахнет. Не так, как я покупала в магазине. И вот мы тут с вами мясо-то делали. Выжать надо еще. Не лезь носом своим сюда. О! У меня палочки квадратные. О, как красиво получилось. Пусть настаивается. Так. Самса мы с вами там взяли. Я как-то, кстати, брала один раз там. Мне очень понравилось. И блинчики. Попробуем. Вот блинчики, не помню, вкусные или нет. И вот такой вот ковшичек. Тоже в хозяйстве пригодится. Так. Что у нас с вами? Мы должны все это дегустировать. И блинчики, и это. Сейчас поставлю, погрею и расскажу вам, вкусно или нет. Так. Сердце говяжье. Вышло на 239 рублей. Язык говяжий. Вышел на 664 рубля. Приготовлю деликатес для нас и для Мартюши. Я съела колбасу. Даже не заметила, как. О! Тарелка пригодилась. Сейчас помою. Так, ну что, мои хорошие лопатульки, девчульки, мальчульки. У нас тут с вами готов ужин уже. Я нарезала колбаску. Я все подогрела. И блинчики, и самсу. Нарезала огурчик. Сейчас мы с вами будем все пробовать. Палочки надо как-то сломать, доча говорила, наверное. Может, не ломать? Нет, надо сломать. Погодите. Как они ломаются-то? Получилось! Ура! Девочки, вкусно. Но мне
Матюш тоже кушает. Вроде не хватает соли. Может, это после колбасы? Мне понравилось. Между прочим. Только палки. Да ужасно неудобные. Как ими едят? Вот так. Маршрут натрескался и на балкон. О, видео загрузилось на Ярус. Предыдущее. А на YouTube еще грузится. Надо и на Дзен запустить, да? Чтобы девочки не ждали долго. На YouTube пока загрузится. Пока мы с вами едим, вы уже то видео посмотрите. Хоть. Интересно, надолго меня хватит? Быть японкой. Блин, и так не сяк, и эдак не так. Учиться надо. Вот представляете, вот вы где-то приехали, а у вас нету вилки, вам не дали, дали одни палки. А вы уже умеете? Вы же со мной вместе ели палками. Ну так лучше, как ковшиком. Девочки, вкусно. Мне понравилось. Он что за из фикс-прайса? Между прочим, я нигде ее больше не видела. Сейчас, девочки, я название сделаю, чтобы все было по фэншую, чтобы девочки все смотрели как положено. Все.
кунжут там был. Ну, вот это ужин, я понимаю, после прогулки. То сидишь дома, тухнешь тут. Поуже надо палки делать. Тогда будет подцепляться. Наверное. Главное вовремя поймать. И не уронить ничего на себя. У меня есть ложка. Тарелка любит чистоту. Вот это я понимаю. Ну, дегустация. Должна быть дегустация. Пробуем блины. С чем были блины у нас? С коровой. Коровы пока нет, только фарш. Ой, тесто. Поэтому пока сметану не ложу, не ложу, не кладу. О! Дошла до коровы. Вкусно, девочки. Угу. Угу. Можно брать. Вы запомнили упаковку? Посмотрите в предыдущем видео, там не зеркальное отражение. Там хорошо видно упаковку. Угу. Ничего, вкусно. Угу. Ну, как мне тарелочка уже пригодилась, да? А я говорю, зачем я взяла? Если не почавкаю, не пойму вкус. Ничего не понимаете. Это кто у нас с вами? Самса, да? Мясо есть, девочки. Но пока не понимаю, вкусно мне или нет. Без сметаны не очень. Блины были вкусные даже без сметаны.
Нормально, есть можно. Но больше не возьму. Запомните и мне говорите в следующий раз. Не бери, ты сказала, не хочешь брать их. Блин, набери. Самсу не бери. Так долго видео на Дзен загружаются. Это пипец. Через телефон. Через компьютер быстро. Через телефон долго. Но я не хотела вас оставлять одних. У нас еще десерт с вами. Угу. Блин, вкусно. Мне понравилось. А если все поджарить на сковородочке? Вообще будет вкусняшка. У меня второй день, как будто бы температура, но температуры нет. Плюша дрыхнет. Так. Это мы с вами все продегустировали. Мы молодцы. Нет. Колбаску надо сюда положить. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Так. Кунжут застрял между зубами. Поменьше взять или побольше? Ладно, какой ближе ко мне, тот и возьму. Муравейничек. Вкусно. Сверху вареной сгущеночкой полили. Ну тут я сегодня подняла себе настроение, да? Класс. Всего лишь по магазину прошлась. И настроение появилось. Я не знаю, что делать дома. Пересадками каждый день заниматься мне нельзя. А сегодня опять глаза капало после вчерашней пересадки. Так что... Пойду жирок завязывать.
А думаешь, любимый меня не видел 3 дня, приехал и сказал, ты что похудел, ты как? Я говорю, так у меня аппетита нет все эти дни, я ничего не ем. Голодная сижу. Вот. По поводу... Люба, давай завязывай. Иди делай милирование. Вам надо? Вы идите. Я вас тоже очень всех люблю, ценю и уважаю. Но не надо мне тыкать, когда мне чего делать с собой. Я не хочу делать милирование. Не хочу. Поняли? Вот так. Когда захочу, тогда пойду и сделаю. Вот. Я не экономлю на себе. Я просто не хочу. Может, я на 8 марта пойду делать. А может, не пойду. Может, на свое день рождения сделаю. Я подумаю. Я уже много раз говорила, что я лечу свои волосы, то есть они у меня отдыхают от краски. Я не буду делать милирование, пока у меня не перестанут лезть волосы. Вот. Кому не нравится, представьте меня беленькой. Или не смотрите. А все. По-вашему, все равно не будет. Но я уже 3 дня хочу спать. Днем. Угу. Хорошо перекусили. Чайку попили. И все попробовали. Все было вкусно. Все съедобно было. Что-то было вкусно, точнее, что-то съедобно. Вот. Все. Пошла валяться. Всех люблю. Всех целую. Всем пока-пока. Я думаю, что вы сегодня не голодные. Веселые и счастливые. Вот. Да. 2 видео вы сегодня точно посмотрите везде. А завтра не знаю, как получится. Могу это видео на завтра оставить. Ну, вы же по мне скучаете. Угу. Так что пускай они уж выходят день в день, да? Угу. Пока. А там будет видно. Вдруг меня опять понесет на съемки. А что понесет-то? Сейчас буду готовить деликатес и буду вам показывать. Так что и завтра видео точно выйдет. Наверное. Плюшка устал, бедный, валяться там. Ну все. Ждите следующее видео. Оно обязательно будет. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч. В эфире. Ну, я имею в виду в видео.